Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами тестик. Я не знаю, какой тестик, как получится, но у нас сегодня мега имба, старенькая магазинная, который просто тупо в топовой сборке шатает всех, все и вся, как обычно. Это у нас мега атлантище, которому даже пофиг, по сути, зефиры. Ну, в принципе, вы сами все видите. В общем, вуаля. Самое, наверное, нафига покупать донатные герои, если можно просто собрать неубиваемую просто мега-имбу. В данном случае это у нас Атлант. Понятно, что это старенький герой. У него нету куча неуязов, как у других. Но зато у него есть обалденнейший щит, который, если врубается, то он сносит полностью все. Ну, в плане сносит все, точнее, убиваются об него практически все. Даже герои, как видите, такие как Зефир. Вот 30-го прорыва Зефир. Мы ему говорим просто до свидания. Я не знаю, там у нас, наверное, Фрейя. Мы до Фрейя не доберемся. Я надеюсь, мы доберемся до Мэри. Хотя вряд ли мы успеем. Очень, очень крутой, прелестный герой. Зефиру мы сказали до свидания. Ну, интересно, до Мэри достанем или нет? Хотелось бы, конечно, достать. Так, а давай, давай, давай. Не туда немножко мы пошли, к сожалению. В общем, Атлант, магазинный герой, которого, ну не знаю, я, честно говоря, сам очень мало использую. Я его вот прокачал после обновы специально. Блин, Мэри не достает, видите, вот печально то, что он побежал немножко не туда. Ну и тут бы Мэри, с Мэри мы тоже попрощались. Я думаю, с Огником тоже попрощались бы. Максимальный 14-й скилл. Офигенный щит. Ну, конечно, тут супер питомец дает еще уклонение. Можно и без уклонения. Убить героя реально сложно. Ой, отлично. Давай, Мэри, давай, давай, красавица. Чуть-чуть еще. Ну, почти. Вот вам, ребят, Атлант, который просто неубиваемый. Я покажу вам сборочку. Давайте даже так. Где там? Что еще надо? 10-10, 10-10, 14 скилл, 7-7, священный суд, который дает и деф, который дает и отхил, и по сути, вроде, казалось бы, у него щит, там все дела, но он просто получается у нас очень кайфовый и неубиваемый в плане того, что его щит просто так не снимается. Точности дофига, уклонения благодаря питомцу тоже хватает. В итоге вот такая вот у нас сборка получилась. Сейчас я покажу, что у меня точность для того, чтобы он включался, то есть максимум точности, и просто песня. Вот заходишь, я не знаю, конечно, понятно, там Алис и прочее, если здесь будет сейчас много водушек, сейчас, наверное, просто лисичка нам подпортит. Попробуем включиться. Нас, наверное, парализуют сразу, да. Включился или нет? Да, не дают, видите, парализуют. И отхил сейчас урежут. Успеет, не успеет. Вот у человека нету, не стоит. Стоит воодушка, а подашки нету. Вот, пожалуйста. Лисички мы тоже говорим. До свидания. Вот что на это сказать? Что это такое? Вот это реально, вот это кайф. Вот когда ты собираешь
старенького героя, даешь ему хорошую прокачку, и он просто тупо унижает мега-донатных героев. Я не знаю, Огник сейчас, наверное, сольется, наверное, или нет. Сейчас посмотрим. Скорее всего, он не сольется. Но убить он нашего Атланта тоже не может. Точно так же и Зефир. Зефира я вам предыдущего показал. Но Огник тут, скорее всего, будет себя хилить. Надо, чтобы он был мега-дамажным, чтобы слиться. Ну, вот вам Атлант топовой сборки, которому тоже реально пофиг. Очень много. Единственное, кто его может ушатать, это под молчанкой. Может очень неплохо его шатануть. И смотритель. То есть смотритель пробивает тоже круто. Ну и топовый зефир, который будет издали дамажить. Нифига себе. Почти, ребята, почти слили. Почти слили еще одного персонажа. То есть с его щитом и благодаря точности. Посмотрите, 1.5 ляма от хила. Вот тут смотр шатает. Смотр тащит. Интересно, затащит он ревой или нет. Вот если у вас подашка не стоит, ваша лиса просто нафиг будет сливаться. Космо то же самое. То есть герои с водушкой, у которых нету вот такого вот ограничения, они просто будут улетать. А поставите подашку на дефе, у вас будут шатать другими героями, потому что у вас не будет хорошего дефа. Поэтому Атлант на сегодня, по большому счету, наверное, даже очень актуален. Конечно, все зависит от того, какой у вас противник, какой у него деф, если у него там землеройки, воодушки и прочие. Хотя, я думаю, этому Атланту и Фрэнк не страшен. Фрэнк тоже должен сливаться на таком щите. То есть тут отражалка очень крутая. Куда он небольшой, но видите, не успеваем немножко. Ну, практически еще и Огника зашатали. То есть всех топовых героев. Ну, Фрея, я не знаю. Надо Фрея, она будет долго тоже очень пить. Можно попробовать сейчас поискать. Ну, пожалуйста, Ворожей и Лис тоже ушли спать. Самое главное, что у героя есть офигенный щит. То есть 14-й скилл. Увеличивает скорость атаки на 75, то есть он быстрее намного бьет, и 7,5 секунд дает отражалку. Кулдаун, я не понял, где кулдаун, убрали что ли? Странно, раньше был. Забежим на русский сервер, посмотрим, что-то я не понял по поводу его скилла. Всегда был кулдаун неплохой у него. Если нету сейчас опять кулдауна, нам об этом не сказали. Все будут, короче, качать атлантов. Так, ищем Атлантикора. Да, вот так вот, ребята. Такая вот очередная имбушка у нас сегодня. Нету, пишется, куда он там, что-то нету. Там. 7,5 секунд, кулдаун 12. Кулдаун довольно-таки тоже вырос. Ну, то есть 7,5 и 12,2. Такое вот. Ну, даже это фигня все. 7,5 секунд герой неуязвимый. Если его еще собрать с уклонениями, у меня он не собран с уклонением, у меня он собран с точностью для того, чтобы попадать и включаться. Ну, можно играться с суперпитомцами, то есть у кого есть возможности, могут разные сборки себе позволить сделать. Конечно, для бездоната такая сборка, я не знаю, это что-то нереальное, но зато интересное. Не знаю, сейчас попробуем здесь, сможет или нет. Вот правильная лисичка, нет, тоже лисичка подсливается, но тут и Фрея нас дамажит. То, посмотрите, сколько дамага, мы просто не включились еще. Это мы получаем. Нам надо включиться. Попробую выкинуть остальное где-то подальше, чтобы он забежал. Как видите, лис бьет чисто его.
переключился. Не получится у нас. Ну, если он включается, лис улетает только так. То есть там нету опять отражалки, и, в принципе, супер. Ну, опять же, такую сборку попробуй собери. А где его применять можно? Вот, по локациям, да, если разобраться. В принципе, везде. И на подземках особо он круто заходит, особенно на восьмых кошмарках. С Атлантом там надо бегать. И на PvP локациях его раньше использовали. Я не знаю, такую сборку можно использовать. В принципе, я, может, потрешу и попробую его на этом, на атаке фортов поразвлекаться, посмотреть. Надо, кстати, посмотреть, попробовать вариант истинную веру. Может поможет. Хотя мы дефом тогда, деф уберем. Ну, на волнах смысла нету. На подземках смысл на некоторых есть. На битве гильдий, смотря какой у вас топ, тоже нужен. На древних испытаниях однозначно да. На PvP локациях в ЗБшке, не знаю, давайте поехали ЗБшку. Посмотрим. Я, как обычно, у нас есть. Попробуем так. Ой, отлично. Они сейчас еще и на ускорении будут, не знаю. Посмотрим. Жалко, вот не видно хп героя твоего. Ну, судя по всему, они. Просто даже при таком уклонении чисто от питомца не миссуют. В большинстве случаев люди не ставят сейчас точность, ставят все уклонения. Поэтому уклонение против уклонения, это никто ни по ком не будет попадать. Вот просто то же самое, что и сейчас у меня творится. То есть они даже не попадают толком. Ну он... Поэтому и отражалка не работает. Тоже, знаете, тоже нюанс. Но надо больше точности, чтобы было у противника. Но они его не слили. Это радует. А может, кто-то другой попадется более интересный. Тоже, видите, проблема. Наставишь дофига этого, дофига уклона. Так, ну тут что-то попадает, он не может включиться. Ну. Включился или нет? Не видно, нифига толк. Вот было бы, я уже говорил, на некоторых локациях неплохо вывести хп твоих героев, чтобы его было видно хотя бы. Но его слить не могут. Вроде казалось бы, да, эти герои должны просто тупо шатать. Кто такой Атлант? Ну, в определенной сборке по нем там дамаг, ну, вообще крошечный проходит. Если он включает щит, по сути ему пофиг. Да, вот видно, включился щит. Не, его не убили. А, Махатма у нас собрана на дамаг. Все, я понял, что она сливается. Давайте на арену запишем. Интересно на арене посмотреть. Та же самая картина. 10-11 тысяч уклонений. Он еще кого-то там убивает. Ну, у него все-таки как-никак точность есть и скорость атаки, в принципе, 75%. Короче, жесткий тип. Ну, Космо, давай ударь хотя бы раз по нему. Космо все в камень бьет. Не признает вот этот Атланта. О, отлично, ударил. Это мы минуснули Космо или нет? Не, живой, значит, с ПДшкой.
А точнее, даже ребята не с ПДшкой. Просто по нему миссает. Просто по нему не попадает, поэтому отражалка не работает. Ну, в данном случае сейчас попробуем снять уклон, снять суперпэта. Ой, давайте попробуем, знаете, что сделать? Поставим вот такой вот вариант. Мне кажется, они все равно сейчас миссовать будут. У него 5000. Мне кажется, сейчас будут все равно миссы. Может и не будут. Смотрим. Но у нас нету отхила в данном варианте. Не, все равно миссует. Но уже попадает, видно по отражалкам, что уже получше попадает. Все равно. Не хватает у них дамага, видите, тоже тут надо золотую середину найти. У них теперь не хватает дамага много, чтобы отражалка хорошо проходила. То есть такой вариант очень круто подходит против тех героев, у кого очень много прорывов, ну очень хорошая прокачка по прорыву там, соответственно, и атаки больше, и они убиваются, потому что мелкие убийцы от него не могут просто отхил и нифига сделать не могут. Так, а теперь мне интересно посмотреть еще вариант такой отражалки. Получили мы молчание. Вот видите, как дамаг проходит. Нету уклона, нету супер питомца и все. Он просто сливается. Ну, молчанка. То есть, по сути, если проходит молчанка, не работает УЗ-шка. Она бесполезная становится. У вас на героя только получается... СО. То есть, чисто обычный, от обычных героев дамаг ограничения. Поэтому он тоже не везде будет тащить. Но на некоторых вариациях, как вы видели... Просто супер. Не знаю, сейчас попробуем здесь. Наверное, нас тут сейчас просто каменение накинут и уклонение не будет. Нет, тоже вроде нормально. Главное, чтобы он включился. Видите, не успевает включиться и все. Вот наконец-то включился, но там подхил бешеный. Ну, нету у нас отхила. Надо, чтобы кто-то его хилил. То есть надо либо ворожея, либо кого. Ну это такое. В общем, я вам показал эту имбушку. Реально, такой герой, ну я не знаю, должен быть в алтаре. Конечно, он силы маловато дает, но ради такого героя, я думаю, можно и немножко силу приостановить. Она, по сути, сейчас нифига не дает толком. А вот с героем реально можно пофаниться везде. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравился такой атлант. Зефира слили, Лиса слили, что еще надо. И Мэри тоже практически улетела. Наказали донатных имбогероев обычным атлантом. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.